страшно нахуй, я давно не лазил по таким всяким штукам. Люблю летать. Главное не плюй, я знаю вас. Поздно все, недавно чувак перевернулся и умер. А мы сейчас, наверное, вон туда прыгнем. Фух, сыкотно, пацаны, ради вас. А перед началом просмотра у меня будет полезная объява для боемиксеров. Хочу порекомендовать отличный магазин новых и БУ боемикс запчастей Куликовс Боемикс Шоп. Переходите по ссылке в описании, покупайте крутые детали по отличным ценам. У ребят очень хорошая репутация и более 150 отзывов от довольных клиентов. Так что если нужны недорогие детали, обращайся в Куликовс Боемикс Шоп. Так, друзья, наше видео сегодня начинается с вот такой вот хреновой погоды с аэропорта. С Киева. В общем, мы летим в солнце. Я надеюсь, что в солнце. Я надеюсь, что мы долетим. Потому что летим какой-то непонятной авиакомпании, которая постоянно ломается. Прям в воздухе ломалась уже. Самолет садился назад. В общем, людям было весело. Но так даже интереснее. Летим мы в Египет отдыхать, тусить и получать удовольствие. Потому что надоело мне, надоели дожди, надоела плохая погода. Хочется солнышко. Я решил взять себе небольшой отпуск. И, в общем, отдохну. Ну, такое чувствуется, что самолет старый. Лет 50 ему, походу. Серьезно, 50 лет. Представляешь, почти как тебе. Почти. Доброго даже кнопки, зырьте, какие. СССРовские. Авиакомпании Браво Эйрвей. Ну что, главное, чтоб летал. Что-то он как-то стрёмно гудит. Кстати, девчонка, которая со мной вообще сегодня первый раз летает. И сразу такой бонусный самолет попался. Давай, давай, братан, ты сможешь. Давай, 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 давай. О, так трусит вообще жестко. Давай, 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 давай. Браво! В общем, со мной связались ребята, которые занимаются здесь экскурсиями, говорят: Димон, хочешь покататься бесплатно на квадроциклах? Я говорю: конечно, хочу, кто ж не хочет. И, в общем, сейчас поедем, посмотрим, что тут за квадроциклы. Мне вообще говорили, что здесь не особо разрешают там ураганить, ездить по пустыне и так далее. Вчера купили за $2, за доллар две арафатки, и сейчас поедем кататься. Как долго ехать, ребятки? How long we must go? Египтянин попросил сказать, как меня зовут на ютубе. Посмотрите, как мой канал на египетском языке. It's me. Нормально, мне нравится. Все там смотрят. Ты хочешь себе боевик? Кал. Лайк. Лайк мне поставил, красава. Like a show, you know. I buy BMX and make gift for a child who can't to buy it. I go to school or go to home and make surprise for this guy. Рассказывай ему о рубрике «Дарю BMX подписчику». Сказал мне, ты хороший человек. О, спасибо, братан. Спасибо. Давай, пятюню. Your face is good. Хейя, Гамила, good. Хороший. Че? Красиво. Говорит, девушка с тобой красивая. Thank you. Это моя мия. Это моя мия. Это моя мия. How to say in your language, put the likes? Вот это яджаб. О, nice one. Вот это яджаб. Бэм! Алло, алло. Чуваки говорят, здесь серьезно все. Недавно чувак перевернулся и шею сломал и умер. Прямо на месте. Но мы все равно попытаемся сегодня поураганить.
Будет обидно, если кто-то из нас умрет, как ты думаешь? Особенно я. Особенно ты, да. Да не надо, а то мне потом это объяснять твоим родителям. Ну ладно. Как-то труп твой домой придется везти. Вообще не прикольно будет. Я вообще-то думал, мы вместе будем ехать. Ладно. Не-не-не, вы будете раздельно. Ага. Не-не, ты со мной хочешь? Да, я домой. Ладно, садитесь вдвоем. А садись сама, что ты чкуешься, нормально все будет? Ехать медленно, Боброва, ой, пиздец. Ты прям боишься, что ли? Да. Да нормально будет, не ссать. Ну, у нас будет у каждого свой квадроцикл. Давай кулак, все будет нормально, не ссать. Где газ находится, покажи. Все, все, ты все знаешь, поехали. Чуваки, ну на самом деле прикольно, единственное... красивый, даже можно немножко поразгоняться по урагане. Но мне стрёмно без экипировки, без шлема что-то делать. Тем более, сказать, что чувак недавно здесь упал, умер. Не прикольно. Ну и здесь резина такая подубитая. Подубитая немножко квадрики, но в принципе эмоции какие-то получить можно. Чё мы как лохи, поехали по бездорожью. Заглох, короче, и ручка газа заклинила. Я завожу, и он просто без меня вот так. Да ладно! Вот такая вот гора, и понял, квадрик вот так взлетает. Блин, это поворачивает. Давай еще раз так сделаем. Блин, ну прикольно, ну опасно, реально опасно. Тут резина лысая, и без экипировки реально стрёмно. Ну, что-то дело стрёмно, так-то ехать прикольно. Так, мы в пустыне какую-то херню приехали. Непонятно, что здесь. Ладно. Мне сказали, сейчас какое-то прикольное место покажут. Нужно лезть вверх. Чувак, а мы не разобьемся? Знаю. Главное, файл изберечь. Ну, бля. Бля, высоко нахуй. Ладно, надо лезть и не смотреть вниз. Влево, смотри, все. О, бля. Ёк-макарёк. Бля, высоко нахуй. Можем еще туда залезть побольше. Можем, погнали. А, прикольный видон. Прикольно. Давай, кулак. Слышь, нормально, можно экскурсии такие проводить. Ёпцеба. Будет вообще не прикольно. Так, сейчас полезем еще выше. Тут и так уже стрёмно. Крюк. Хоп. Так, где тут безопасней? Нормально. Да, нормально. Ящик. Страшно нахуй, я давно не лазил по таким всяким штукам. Реально высоко. Вау. Блин, красиво. Да, конечно. Бля, чувак, не надо было вниз. Нормально, нормально. Так, а тут же еще слазить, да, придется? Ну да, как слазить, так и слазить. Мальчик, сам слезешь? Да, слезу. Надеюсь. Я сам слезу. Пожарные, я так понимаю, сюда не доедут. Пацаны, пишите в комментариях, залезли бы сюда. А мы сейчас, наверное, вон туда прыгнем. Так, ну... Фух, сыкотно, пацаны, ради вас. Йоу! Ху-ху! На пирамиду, там полезь. Димончик, есть предложение на пирамиду слазить. На пирамиду? Да. Погнали, а чё нет? Теперь нужно слазить. Слазить сложнее, чем залазить, на самом деле.
Не хотелось бы отсюда посыпаться. Так, блин, ну тут стрёмно вообще. Прям очкую. Кстати, пацаны, снимал сейчас сторис. Кто в инстаграме, кого еще нет, заходите в инсту, будете первыми все видеть. А кто есть, респектос вам. Опля. Вау. О, там ящерица была, слышь, тут хоть бы змея никакая не выползла. Прикольно. Ну, конечно, не в этом пирамида. В Каире. Не в Каире, но тоже ничего. Блин, смотри, какой бидон офигенный. Привет, братан! Да. Ты не кусаешься? Ты здоровый, сука! Ты не плюй, главное не плюй, я знаю вас. Да, Ганя. На, ешь. Что ты ему подсунул? Пусть ест. Они шалуют их? Да ладно, они жуют бумагу? Да. Так они вообще бешеные, что ли? Ну, прикольная, прикольная. Так, не плют, не плеваться, братан. Мы договаривались. Что, ты их фоткаешь, да? Да. Классно? Вон, круто получается. Быстрее! Да. Ребятки, ну что хочу сказать, на самом деле штука прикольная, я уже третий раз здесь в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и ни разу еще пока не выезжал, думал херня, но мне рассказывали, типа, друг за другом ехать, что-то скучно, но даже я, хотя я этот сезон отъездил на мотоцикле, сейчас купил себе еще один мотоцикл, даже мне было прикольно. Такой вам совет, просто отстаете от группы и можете ураганить, типа, чтобы эти, короче, местные чуваки не видели. И можно ездить, делать, что хочешь, главное, сильно не отстать, чтобы не потеряться, потому что если ночью в пустыне где-нибудь здесь заблудитесь, то, ну, может, плачевно закончится. Зашли домой после пустыни, а мне запрещают на кровать ногами залазить. Что вы слезете? У меня теперь к тебе предложение. Давай ты постираешь вещи, а то они все в пыли. Давай. Начнем с моих носков. Постираю, спорим? Мои носки? Да не надо мои носки стирать. Я сам справлюсь. Мне, конечно, приятно, но не надо. Чуваки, я же вам номер не показал. Сейчас немножко покажу. Вот такой вот сральник. Вот этой херней я никогда не пользовался. Не, не будем пробовать. Короче, что, обычная ванна. Ну, кстати, номер прикольный. Холодос у нас есть. И целых три кровати. Ну, 2,5. Третья, сейчас покажу, куда ушла. Третья ушла у нас вот сюда. Будем сегодня чпокаться с вот таким вот видом. Правда, я надеюсь, соседи сюда не будут выходить. Но, во всяком случае, не должны. Короче, пока мне здесь все нравится.